Здравствуйте. Волков Игорь Петрович, Карденко Александр Николаевич, главный редактор. Я бы еще раз свидетельствовать о сибирской земле гостеприимной, которая может любого человека принять, сделать его человеком счастливым. Золотой фонд прессы, а это именно наша газета, вошла туда. Он уже неоднократно отмечал нас за наши творческие успехи. Все музеи это не вместе, все, что есть, где сохраняли память о войне. Мы предложили это вынести все-таки на какой-то свет и получили огромные еще отклики. Оказывается, еще много всего хранится в семьях. Нам прислали оригиналы, так по-газетному назовем, писем, тех, которые приходили с фронта. Кузнецов Николай входит в число 10 лучших разведчиков прошлого века. И мы этот проект вели, и вот здесь скопились материалы, которые для нас ценные и важные, это отдельная тема. Проект, который для нас тоже мы любим, в поисках святыни. Абалакская икона Божьей Матери, ее колчак в свое время из Абалака вывез, и она потеряла где-то свои... или на просторах Австралии, или где-то еще, но мы ее ищем. «Открой свой космос» — это космический хлеб от Скворцова. Так сказать, вот не хлебом единым, но мы все-таки дорожим, и для нас это очень важно. Мы первое оригинальное издание, которое сделало версию газеты для платформы iPad. Мы ее недавно обновили, то есть здесь можно скачать любой выпуск и посмотреть его как в газетной верстке для тех читателей, которые привыкли к бумажной версии газеты. То есть любую полосу можно посмотреть вот так, как она выглядела в печати. Я хочу сказать, что газета «Тюменская область сегодня» родилась 30 октября 1998 года. А называлась она «Тюменская правда сегодня». Такое было ее название после того, когда она отпочковалась в «Тюменской правде». И вот эта рука Собянина Сергея Семеновича, когда я принес ему новый вариант газеты, он зачеркнул и написал: «Наверное, будет эта область. Найдешь лучше, приходи». Я подумал, вместе с коллективом не мог представить лучшего названия, чем то, которое осталось здесь. Много мы делаем, и вот одна из форм работы, которая нам очень нравится, это экспедиции по родному краю. Все начиналось с небольшого конкурса «Люблю тебя, мой край родной», когда читатели присылали свои письма и рассказывали о каких-то любимых местах в области. Мы читали, решили, хватит нам сидеть читать, мы поедем сами. Первая экспедиция была до Тобольска на велосипедах, мы ехали 3 дня на катере, на великах, и потом еще на дельтапланах полетали. Это по скорбному пути семьи Романовых была экспедиция. Вот этот проект мы предложили в Казани, он занял первое место. Это был проект, который для нас запомнился тем, что мы ехали по непроходимым дорогам, это было болото, это было заболотье. И мы рассказали о людях, которые там живут, без света, без каких-то удобств. А вот это вот фотография сверху, как говорится. Но то, что мы добирались самолетами. Да, вижу, да. Игорь Петрович, проект редакции «Открой свой космос» больше 3 лет. Начинался он с дружбы с человеком, которого вы, наверное, хорошо знаете. Это Александр Скворцов. Александр Александрович 3 раза был у нас в редакции за это время.